Друзья, огромный привет! С вами снова я сейчас еще дома, 7 утра. Собираюсь ехать к маме, я могу уже улыбнуться. Мамочка жива. Вчера привезли с реанимации. Очень плохо выходила из наркоза. В общем, ребята, сейчас все будет зависеть от нас с Людой. В том плане, что необходимы очень сильные, дорогие антибиотики. Я не буду слишком долго говорить. Всем огромное спасибо, кто отозвался. И по собственной инициативе вчера позвонили и даже перечислили деньги. В частности, ребята, которые даже нам делали ремонт. Светочка, Сережа, огромное вам спасибо. Ребята, правда, я не ожидала. Это просто, ну, слов нет, в общем. Огромное вам спасибо, ребята. Значит, операцию нам сегодня скажут, какая сумма. На операцию у нас деньги есть. Знаете, я опускаю глаза, потому что мне немного неудобно. За наркоз мы сразу оплатили 2000 за то, что операцию сделали. Лекарства полностью мы сами оплачиваем. Вчерашних антибиотиков мы накупили на 5200. Я все чеки собираю. Знаете, ну как, даже собираю для себя. И так и дают каждый день, вот этот будут давать этот лист, и чтобы мы сами покупали, и они колят. Я сама за мамой смотрю, потому что я наблюдаю, как делают капельницы, как вводят лекарства. Почему? Потому что, ну, вчера я лекарство мимо шло, мимо вены, вытекало, я бегала, медсестра одна, ей тоже тяжело, естественно, тоже ей сунула. Короче, ребята, пока сую всем, кому могу, и пока возле мамы. Мама очень тяжелая, очень плохо. Значит, ребята, мне очень неудобно, но у меня к вам большая просьба. Мне вчера, конечно, много написало людей, я даже не знаю, как это потом осуществлять, но я вам хочу так сказать. Мои, пожалуйста, мои подписчики, кто проживает в Украине, если можете помочь любой копейкой, мы с Людой будем очень рады. Потому что мы сейчас за операцию, операция была не дешевая, потому что это не аппендицит, это не такая, вот знаете, это ургентная операция, которая, ну, действительно спасали жизнь, еще, честно говоря, жизнь на волоске, и необходимы очень сильные антибиотики. Пока у нас средств хватает, пока. Ну, я так посчитала, если каждый день по 5200, то это где-то хватит на 4 дня. Ой, у меня рука трусится, извините, пожалуйста. Я сейчас размещу карточку моей мамы. Если у кого есть какая возможность, ребята, 50 гривен, 100 гривен, правда, будем очень благодарны, очень-очень будем благодарны, потому что действительно средства тают на глазах, если такая возможность у меня обратиться к своим друзьям, то мы будем очень благодарны. А правда, это не попрошайничество, а просто вот, короче, крик о помощи. Если можете, пожалуйста. Значит, вчера мама так чудила, после наркоза выходила, разговаривала. Ну, знаете, такой был бред. Я была с ней до 8 вечера. Все проконтролировала, пока ей вели уже последнее обезболивающее на ночь. И она передает всем большой привет. Я сейчас тут пущу фотографию быстренько. Передает всем большой привет, всем огромное спасибо. В общем, будем вытягивать маму. Извините, пожалуйста, что с такими новостями я прихожу на свой канал, что вот прошу о помощи. Вы знаете, что я никогда не размещала ни донаты, ни... Я этим не пользуюсь. Ну, нам это и не надо. Ну вот сейчас такая вот ситуация. Если можете, будем очень благодарны. Ну вот как-то так. Как они... Не люблю просить. Помогут Людочки с работы, обязательно помогут, сказали, обязательно помогут. И там и подружки помогают. Ну, знаете как, все же, как мы сейчас живем? Все, кто, знаете, все, кто сколько сможет. Я немножко поспала за трое суток, немножко поспала, потому что я вчера уже, честно говоря, падала с ног. Мне только, чтобы она жива была, и чтобы там, знаете, как я наслушалась очень много, что сначала делают операцию, потом опять гноится, опять оперируют. Не дай бог, не дай бог. Я хочу этими антибиотиками, действительно. У нее очень крепкое сердце. Сердце ее выдержит. Самое главное сейчас вот эти вот сильные антибиотики. Это самое главное. Вот.
Она, конечно, плачет, ей больно, она кричит. Ну, ребята, вот как-то так, как-то так. Обязательно сегодня еще выйду, расскажу вам о ней. Сегодня опять ночью звонила, естественно, медсестре. Она пошла, посмотрела, говорит, спит. Говорит, я ее уколола сильным обезболивающим. Вот сейчас еще иду на обходный лист. Извините. Так что, ребята, буду всем очень благодарна. И всем огромное спасибо, кто написал. Я сегодня еще сяду, почитаю ваши комментарии. Потому что как-то было, знаете, не до этого. Но Людочка считает, говорит, мама, большая поддержка идет от подписчиков. Огромное спасибо. Спасибо, мои дорогие друзья.